Патрулировать калининградские леса будут на новых авто. Ключи от 12 внедорожников сегодня вручили департаменту лесного хозяйства. По словам его начальника, новая техника поможет бороться с вырубкой леса и пожарами. Звони! Аму! Вперед! Они специально сделаны для работы на пересеченной местности. За счет коротких баз они позволяют достаточно быстро и хорошо проезжать как раз-таки вот в тяжелых лесных условиях. И срок эксплуатации таких автомобилей от 5 до 10 лет. Кроме того, на этих автомобилях стоит специально узкая резина, которая позволяет проходить и по грязи, и по колее. На новую технику из федерального бюджета выделили 8 миллионов рублей. Это произошло в рамках госпрограммы развития лесного хозяйства. Как сообщил начальник департамента лесного хозяйства, в этом году парк планирует пополнить еще 5 новыми спецавтомобилями.